отношения Турции и США будет сложно восстановить, если Анкара приобретет российский ЗРСС-400. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Мичел, передает РИА Новости. «Мы введем санкции», — пояснил он, добавив, что это будет сделано в соответствии с законом о противодействии врагам Америки с помощью санкций, ЧАЭСа. В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции системы С-400. Стоимость соглашения составляет $2,5 миллиарда. Более половины суммы покроет российский кредит. Турция в апреле 2018-го подтвердила свое решение, несмотря на американские санкции в отношении России. При этом по просьбе Анкары сроки поставок ускорили и перенесли на июль 2019 года. Решение покупки российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция – член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.